второй день мессианского ретрита в Черноморске. Привет. Первый день прошел великолепно. Вот. Мы были в дружеском общении и друг с другом. Вот. И было много Бога, но сегодня мы ожидаем гораздо больше. Бога реально что-то ожидаем и предвкушение. Сегодня буду говорить тяжелую тему, но это надо говорить, и вот как ваш раввин говорил о том, что мы должны быть в трезвости, мы должны понимать, чтобы пришло чувство покаяния и благословения от Бога. Потому что без трезвости, без осознания нашей жизни нету дальше дороги. Но этот текст обращается к нам сегодня. Okay, и если мы готовы, если мы будем видеть Бога делать мощные и powerful things, если мы готовы увидеть, что Бог будет делать удивительные вещи, we need to strengthen our drooping arms. Мы должны укрепить наши ослабевшие руки. Шалом, друзья! Закончилось первое служение второго дня ретрита. И что вам сказать? Это место, где еще раз хочется вернуться. Потому что, когда ты явно переживаешь присутствие Божие, ты хочешь туда возвращаться. Я ожидаю еще большего благословения до конца ретрита. И всем шалом! И рад, что Бог объединяет. И это очень видно в простоте общения, которое здесь есть. Шалом!